Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сейчас мы будем распаковывать сразу три посылки. Привозят, я еще заказываю, еще привозят, и снова, и получилось так, что собралось три вместе. Поэтому будем смотреть много, приготовьте себе что-то вкусненькое, пока будете смотреть, заодно, может быть, чай попьете. И начну я с самого вкусного и долгожданного. Это витамины из серии Vita Mama для детей, именно Vision. Для глаз с черникой. Я, знаете, как за ними охотилась, вы не представляете. Когда узнала, что выходят такие витаминки, сразу же хотела их попробовать, но их постоянно не было на складе, и потом вдруг появились, и я сразу взяла одну себе коробочку, одну для племяшек. Скоро у меня едут племяшки в гости. Итак, что здесь в составе, наверняка вам это интересно, хотя бы кратенько. Ой, так. Безопасно для зубов, поддерживает энергичность, улучшает микрофлору кишечника, а на первом месте стоят пребиотики, галактооллигосахариды, фруктосахариды, подсластитель палатиноза. Так, итак, таблеточки с черникой и каротиноидами. Слушайте, ну вообще столько всего много, если я вам буду с каждой коробочки читать состав, вы будете, наверное, долго сидеть смотреть. Итак, давайте ближе к делу. Что я вам хочу сказать, как они выглядят? Они вот такие черненькие, прям с крапинками. Пахнут очень вкусно, и на вкус они как классные вкусные конфеты. Вот их просто хочется есть и есть и есть. Но у них есть ограничения детям, взрослым и детям от 3 лет по 3 таблетки в день. Представляете, взрослым тоже можно, поэтому я их уже ем, потому что, ну, реально для зрения всегда нужно что-то полезное, классное кушать. Тем более, что я очень много работаю с гаджетами, за компьютером, постоянно в телефоне, то читаю, то смотрю, то отвечаю, то переписываюсь, поэтому у меня на первом месте, конечно, стоят витамины для зрения. Тем более, что черника — это издавна известный такой продукт, который улучшает зрение, поэтому пьем. Далее, Лопутоп. Это уже, наверное, я не знаю, сколько я их коробок заказала, я их то раздариваю, то сами едим, мы сами уже вторую банку лопаем. Лопутоп — это такие апельсиновые витамины, я не буду распечатывать, потому что это, скорее всего, тоже кому-нибудь подарю. Очень хороший состав. В день можно съедать 4 штуки. Вот в этой упаковке 120 штук. И мне дочка говорит: мама, почему их так мало можно есть? Они безумно вкусные. Сначала мне показалось, что они похожи на Ревит. Но потом, когда первый раз, второй, третий попробовал, думаю, нет, они намного вкуснее, и они так хрустят, они очень вкусненькие. Очень хороший состав. Можете составы всегда смотреть на сайте, там развернутые все характеристики, и есть все сертификаты. Вот то, что мне нравится, всегда на сайте вся открытая информация. Тут витамины группы В, есть ниацинамид, это витамин ПП, и фолиевая кислота. Представляете, вот такая баночка всего 220 рублей. Вот не помню, сколько вот эти стоят витамины, но в районе 500 рублей. В общем-то, ассортимент такой хороший для детей, для взрослых. То есть всего много, и радует, что это разнообразие. Нам все доступно по вполне таким приемлемым ценам. Слушайте, ну вот, вот видите, что у нас происходит. Раз, два, три, кальция. Кальций, в принципе, нужно кушать постоянно. Магний под заказ и себе. Так, я что, правильно открыла? Да. Магний. Магний. Магний очень важный и нужный микроэлемент для нашего организма. И есть некоторые минералы, которые не усваиваются, если в организме недостаточно магния. Я слушала лекцию одного врача, и после этой лекции... Сами видите, что произошло. Я всем стала рассказывать о важности, что магний нужен, магний необходим. Сама на себе уже ощутила, насколько он мне классно помогает быть спокойной, уравновешенной, высыпаться, хорошо засыпать. Это просто вау, вау, какая нужная штука. В наше время, по-моему, нет ни одного человека, который не подвержен стрессу. Поэтому, ребята, обратите внимание на магний, ну и кальций.
После 40 лет женщинам обязательно нужно пить кальций, тем более здесь он органический, у него очень хороший состав. И кальций лучше усваивается при определенном сочетании еще дополнительных микроэлементов и витаминов. Поэтому я вам тоже рекомендую почитать, даже если вам интересно, я могу скинуть видео про кальций, и вы сами посмотрите и поймете, нужен он вам, и насколько много вам его нужно, да, и как часто. Так, что я еще заказала? Слушайте, хочу прям похвастаться. Уже, правда, почти пустая коробка. Питательный коктейль апельсин и лайм. Это серия для веганов. То есть здесь прям это написано, что это веган. Со спирулиной, растительным белком и пищевыми волокнами. Два вида протеина, соевый и овсяный. Обеспечивает организм оптимальным количеством аминокислот и создает продолжительное чувство сытости. Вы знаете, на самом деле очень полезный и классный коктейль. Оказалось, что он вкусный. Я его когда заказала, честно, взяла просто попробовать. Он как раз шел с 50% скидкой. Я думаю, да возьму я его и попробую. Видите, вот здесь уже пустые пакетики. Один я выпила сейчас на презентации, угощала девчонок. Один у меня в сумке. И вот три еще целых. Я почему-то думала, что это будет невкусно. Не знаю, с чего я так придумала, но все равно решила, что надо все перепробовать, чтобы рассказывать людям. И когда я развела в шейкере этот коктейль, он еще такой вид имеет отвратительный, такой зеленоватый, вот прям цвет этого. Такой прям смотрю, думаю, а как же его пить? Я прям зажмурилась. Знаете, как бывает, лекарство какое-то говорят, надо выпить. Пей, противно, ужасно, говорит, жить хочешь, пей. Я также вся зажмурилась, начинаю пить, не могу оторваться, я даже не открыла глаза, прям буль-буль-буль-буль-буль до конца. Какая вкуснятина, ребята, вот вообще. Сейчас тоже девчонок угощала на презентации, все в восторге. Говорит, как так вкусно? Я говорю, ну, сама не ожидала, очень рада, что понравилось. Я уже попробовала коктейль кокосовое печенье, но он сладенький, там прям кокосовая стружка, он такой прям приятный, вкусненький, тоже очень сытный. И попробовала коктейль из спортивной линейки черничный чизкейк. Это просто вот, я не знаю, самое, наверное, вкусное, что я пила из коктейлей, потому что он ну нереальный просто. Я как-нибудь запишу видео. На самом деле особо некогда записывать ролики, но надеюсь, что выберем как-то время и все коктейли покажу. Его когда взбиваешь, во-первых, нужно взять большую емкость и взбивать его в блендере. Он раздувается в два раза, то есть он становится такой большой, и напомнил мне вкус детства, когда ходили в магазины, где стояли большие блендеры, взбивали молочный коктейль с мороженым и с молоком. Очень похоже, но только здесь еще ягодки, вот этот вкус необыкновенный, такая взбитость, воздушность, сытость, очень вкусно. Вот я не ожидала. Мне когда девочки писали и говорили, что они таких вкусных коктейлей никогда не пили, я, честно говоря, я думала, что после Oriflame, как бы мне в Oriflame очень нравились коктейли, но я сейчас еще даже одну банку допиваю. Я думаю, да ладно, они, наверное, не брали в Oriflame. Ну, попробовав эти, я поняла, да, они абсолютно другие, их нельзя даже сравнивать, они просто другие, они очень вкусные, как-нибудь попробуйте, я вам рекомендую. Потом я себе заказала еще одну, сейчас пью коллаген, и заказала еще одну, потому что тоже редкость, вдруг кто-то попросит, я думаю, хватит его надолго, потому что его здесь очень много, кстати, не посмотрела, где-то... Но, так, а его надо пить 3 месяца курсами, 2-3 раза в год, то здесь прям одну ложечку 5 грамм порошка нужно, а здесь 200 грамм, представляете, насколько нам его хватит. Но я все равно взяла вторую пачку, что я про него могу сказать? Отвратительно, просто, вот просто ужасный на вкус. Я еле выпила, когда я просто развела с водой, я думаю, как это пить каждый день? А потом я прочитала, что его можно смешивать с чем угодно, можно с соком. И я его просто стала в коктейль добавлять. Все равно я коктейль сейчас каждый день пью, потому что их много, они разные, вкусные. И я прям в коктейль добавляю, можно в сок.
можно морс какой-то сделать, то есть куда угодно, просто маленькую ложечку, а ложечка здесь прям внутри, она сверху, маленькая такая, как раз 5 миллилитров. Слушайте, ну коллаген, он же настолько полезный, тем более это морской коллаген, пептиды морского коллагена. Он нам просто необходим для того, чтобы были крепкие, да, чтобы все было, как кости, суставы. Потому что суставы, ну, например, это моя боль. У кого-то, может быть, это не беспокоит, но я с кем не говорю, у всех суставы. У кого колени болят, у кого локти, у кого спина. Да, вот тазобедренные суставы, очень частая боль. Поэтому это нужный нам продукт. Кстати, надо родителей угостить. У меня родители, слушайте, я даже не ожидала. Им так все нравится. Мы привезли в прошлый раз, ездили, целый пакет. Мы папе, я нашла программу для восстановления зрения. Я ему предложила, говорю, будешь пить? Он говорит, буду. Я ему отвезла целый пакет, ну там что-то сейчас нужно пить, что-то следующий месяц, потом следующий, то есть сразу программу ему приобрела. Им все нравится, у них классный результат, они себя хорошо чувствуют, у них море энергии, сейчас огород начался, они уже там все убрали. Мы приезжали с Мишей, думали, что мы будем там выгребать вот старые листья, да, там копать. Заходим в огород, а там все идеально, остался маленький участочек такой вот, ну где ничего не сажают, просто под грушей убрать надо было. Мы там убрали за 10 минут и все. Я говорю, ребят, вы как? Они говорят, хорошо, 74 года. И они у меня пьют все. И для кишечника, потому что очень важно заботиться о своем кишечнике, чтобы он хорошо работал, потому что, оказывается, от него зависит работа всех остальных органов, представляете? Я вам, кстати, порекомендую один фильм, наверное, я вам прикреплю ссылку в описании под этим видео. И вот вы, когда его посмотрите, ребят, вы очень многое, знаете, как это, переосознаете. Происходит переоценка ценностей, и какие-то, знаете, новые мысли приходят, и начинаешь думать. По крайней мере, у меня так было. А действительно, почему я об этом не думала раньше? И почему только сейчас, когда я стала работать в этой компании, стала изучать все, что связано с нашим организмом, изучать продукты, как они нам помогают, как они влияют на нас. И до меня стало доходить, насколько это важно пить эти продукты, комплексы собирать. Кто там у меня? Мелиска пришла. Так, ну что, продолжаем разговор, а то мы будем так долго. Знаете, я, конечно, сладкоежка, очень-очень сильная сладкоежка. Одна пачка открыта. Я заказала себе огромное количество мармеладок, они были у нас по акции, тропические фрукты, они для иммунитета. И я их заказала много, потому что я их просто вот дарю, я всех угощаю. Кто ко мне приходит, мы сейчас пьем чай с мармеладками. У меня их тут должно быть 12 пачек, но, возможно, уже меньше. Видите, да, я все достаю, достаю. Вот такая гора. Была акция, она, по-моему, еще до конца недели будет идти, если видео успеет выйти, то есть получается до 30 апреля. Если брать две, то выгоднее. Выгода составляет, не помню сколько, рублей 80 экономия. Поэтому я сразу взяла побольше, с каждых двух пачек столько сэкономить, почему же нет. Вот, как выглядят мармеладки. Они обалденно вкусные. Их вот просто хочется есть и есть, но много их нельзя. По-моему, 4 штуки в день только можно. Но я все равно побольше ем. Смотрите, здесь потрясающий фруктовый мармелад без сахара, заряженный органическим цинком и куркумином. Укрепит иммунитет, поднимет настроение. Но его действительно, его просто жуешь, когда уже улыбка на лице появляется. Я, кстати, тоже брала с собой на презентацию этот мармелад. Я две пачки разного брала, шиповник и малина, и тропические фрукты. Вот тропические фрукты сразу слопали, а малина остались. Представляете, очень вкусный мармелад, я вам рекомендую. Мне нравится, что есть разнообразие, и можно уже детей кормить не конфетками, а вкусными батончиками полезными, мармеладом. Потому что и батончики, они хоть и маленькие, но они такие сытные, я даже вот за раз я не могу целый съесть. Мы делим на три части, и
и нам хватает маленького 25-граммового батончика. Представляете? Так, что здесь еще? О, вот что я вам рекомендую. Это просто пушка. Это жидкое мыло. Оно идеальное для кухни. Знаете почему? Во-первых, им можно мыть посуду, руки и овощи, фрукты. Оно полностью смывается, оно абсолютно безопасное. И оно такое, знаете, по консистенции интересное. Я раньше Фэри мыла посуду. У меня даже еще остатки есть, но я теперь буду на это мыло переходить. Фэри, оно дает много пены, ну и расход у него большой. А здесь капельку одну капаешь. Мне что нравится, такой интересный дозатор. Чуть-чуть нажимаешь, там прям маленькая капля. Ее хватает все руки помыть. То есть не надо так давить, чтобы... Поэтому... Я думаю, его очень надолго хватает. Я когда первый раз брала, уже сколько? Больше месяца, а он все такой же тяжелый, и мне кажется, его нам хватит надолго. Так что я себе взяла еще два мыла. Ну, наверное, один, может быть, маме отвезу. Один положу, пока тот кончится, чтобы уже был новый в запасе. Потому что мыло вот такое крутое. Так, что здесь еще? Новамин. Новамин N. У нас есть просто новамин, а есть новамин N. И многие спрашивают, чем они отличаются. Ну, у них разный состав, и здесь натуральный состав. И новамин N рекомендуют пропивать курсом 30 дней по одной капсуле, а здесь их 50. То есть, в принципе, если семья из трех человек, то нужно две пачки взять. Он стоит 800 рублей. Вот такая, или 810, ну так, примерно 800. Его рекомендуют пропивать раз в полгода. Это как профилактика онкологии. Представляете, ребят? То есть, если вы, как я, например, насмотрелись, что да, это сплошь и рядом, конечно, это страшное дело, онкология, то мне кажется, вот надо просто пропить пачку и не думать об этом. И стараться переходить на здоровое питание. И учитывая, что сейчас будет у нас что активничать? Солнышко. И мы будем много гулять, много времени проводить на улице, то я рекомендую сразу запасаться солнцезащитными средствами. Такой флакончик я приобрела, 100 мл с SPF 30, это крем. Я его еще не открывала, но вот сейчас, собираясь в Узбекистан, я возьму его с собой, потому что, вы представьте, там будет в тени, по-моему, 40 градусов, поэтому, соответственно, ну, мне нравится, что он такой маленький, небольшой, SPF 30, ну, мне достаточно. С пантенолом и экстрактом томата. Мне нравится, что здесь всегда, да, такие натуральные составы, очень сильные. Я не помню, сколько он стоит, но примерно рублей 700 по ценам сайта. Соответственно, если вы оформляете карту клиента, то у вас будет кэшбэк 5, 10 или 15%. А если вы оформляете карту как бизнес-партнер, то у вас будет кэшбэк возвращаться 25%. Так что представьте, что это не так уж и дорого. Я чуть-чуть выдавлю, мне интересно консистенцию посмотреть и вам показать. Сейчас он новый. Так, сначала дозатор наполняется. Так, ну, давай, качай. Что-то он мне... не качает. А! Ну, чуть-чуть не довернула. Смотрите, такой густой. Без задушек. Есть запах. Есть какой-то запах у него, да? Или аромат. Как правильно говорят, запахи. Слушайте, как хорошо распределяется. И впитывают. Сейчас как раз пойду на улицу, а у меня руки будут уже защищены от солнышка. Он хоть и густой, но очень хорошо распределился. И он такой не липкий. Сейчас посмотрим, как он впитается. Вы знаете, да, нужно наносить средство не когда вы уже на улице, а его нужно нести дома и дать ему минут 10-15 впитаться, улечься. И потом только ехать на пляж или выходить там, во двор загорать, идти гулять. Если у вас открытые плечи, руки, ноги, то защиту нужно нести дома.
не на солнышке. И на пляже. Многие приезжают на пляж, час полежат, а потом начинают мазаться. Это, ну, вот в корне неправильно. Лучше это сделать заранее. Так что, ну и крем хороший. По отзывам, читала отзывы, говорят, что пользуется уже много лет идеальный крем, что он защищает от солнца, никто не сгорает с ним. Вот мне также раньше нравились средства в Oriflame, то что они тоже защищали очень хорошо от солнца. Но сейчас сравню, что будет здесь, потому что, да, естественно, это нужно пробовать, уже свое мнение высказывать. Так, дальше, это под заказ набор шампунь и кондиционер для волос увлажняющий. Здесь шампуни и кондиционеры, они идут без парабенов и силиконов. Здесь в составе комплекс активных веществ эндемичных сибирских растений, экстракты элеутерокока, красной щетки, сагандали, мораль его корня и байкальского шлемника. Также здесь сок алоэ, депантенол, убирает все, да, шелушение, очищают бережно, эффективно, увлажняют, препятствуют потере влаги, уменьшают электризацию, делают менее пушистыми. Слушайте, ну, посмотрим. Посмотрим. Берет моя очень хорошая знакомая, и посмотрим, что она скажет. Обычно, знаете, как знакомые, они не врут, они все говорят, как есть. Так, для маленьких, самых маленьких, которые едут в гости, две коробочки вот таких вот хрустящих шариков с какао-маслом, малина. Говорят, очень вкусно. Ну, понятно, что не все, конечно, будут говорить, что вау, классно, кому-то может не понравиться, но я слышала хорошие отзывы, хотя кто-то говорит, дети, некоторые дети не хотели есть. Так, одна горсть дрожжей 15-20 штук утолит голод и позаботится о правильном росте. То есть это как легкий перекус, можно даже, мне кажется, что-то сделать, там смешать, может, с молочком выпить. Смотрите, натуральный кальций из микроводорослей для правильного роста и крепких зубов, придадут сил и энергии для гармоничного роста. Слушайте, ну классно, и тоже без сахара, что очень радует. Ага, на самой упаковке написано 134 миллиграмма органического кальция в порции, так что можете посмотреть, да, для своих деток такой вот полезный вкусный продукт. И тоже по стоимости, я не помню, ну, в пределах 200 рублей, мне кажется, стоят они. Так, далее убираю их вот так вот, прячем одну сюда, так, здесь хронобиологическая защита зрения 60 капсул. Была еще одна баночка для суставов, это синхровиталы для суставов, дочка забрала такую же банку. Она говорит, мама, у меня все болит. Она занимается танцами, у нее то колени, то ноги, то спина, то копчик, локти, руки. Все болит. И я говорю, пей, конечно, нужно заботиться о своем здоровье. Еще как-то вот хруст такой стоит, это не есть хорошо, мне кажется. А себе я взяла для зрения, потому что, ну, зрение, как я уже говорила, для меня очень важное. И я буду пропивать вот это целым курсом. А для папы как раз вот мне не хватало одного продукта. Так, а здесь еще что? О, еще один мармелад с тропическими фруктами. А как раз вот для папы я заказала Vision Box. То есть там именно в схеме простроено, что именно брать не синхровитал, а вот такой Vision Box. Ну, пусть пьет. Все заказала. Здесь как раз он идет с омега-кислотами. А омега-кислоты, они просто необходимы каждому человеку. Особенно детям и пожилым людям. Имейте это в виду. Если вы хотите, чтобы ваши родители долго жили и вас радовали, заботьтесь о них. И поверьте мне, вот делать профилактику гораздо приятнее, чем потом лечить, чем бегать по больницам, тратить, да, вот это время свое и деньги на дорогостоящие лекарства, которые дают очень серьезные, необратимые побочные эффекты. Как говорят, одно лечит, другое калечит. А здесь, получается,
пьешь, например, для суставов, вот у меня рассказывала девочка, что пили для суставов как раз синхровитал, а очистилась кожа. Представляете? Я, например, сейчас пью IQ Box для памяти, для улучшения памяти. Я перестала уставать, то есть я даже до позднего вечера могу сидеть за компьютером, я не устаю, и у меня глаза перестали уставать. То есть я пью для мозга, а влияет на зрение. То есть, да, такие классные вообще варианты, ну, возникают, как хорошие побочные эффекты. А еще когда я сделала чистку, я поняла, что я тоже стала, как бы у меня зрение стало лучше, нет вот этой вот усталости какой-то, когда вот... Вот так вот раз, и не видишь там в телефон, а к вечеру, знаете, да, такое бывает, как мутное все. А сейчас все четкое, чистое, и вечером вчера спокойно села, мне нужно было доделать кое-какие дела. Я поздно сидела спокойно за компьютером, я все видела, мне не надо было так вытягивать шею в монитор, чтобы увидеть, что там написано. И я отметила, что как это классно работает. Незаметно, не то, что прям вау, так, выпил таблетку. Нет, но оно работает постепенно и по нарастающей. И отзывы, конечно, очень-очень хорошие отзывы уже у нас в команде. Так, что еще я заказала? Восстанавливающая эссенция с ниацинамидом 10%. Ну, я думаю, что про ниацинамид уже все знают, насколько это классный компонент, который используют в сыворотках, в эссенциях, еще в других продуктах, потому что классно влияет на укрепление кожи, она становится более молодой, красивой, упругой, поэтому классная, классная штука. Не буду открывать, пока запечатана. Скорее всего, себе оставлю, хотя я себе столько набрала сывороток. Кстати, начала вчера пользоваться, сейчас скажу, открыла ампульный концентрат, открыла один флакончик попробовать, он такой прям как маслица, и дневной крем. Но немножечко я ошиблась, пока не разбиралась еще в продукте, и заказала себе крем дневной без SPF, и сейчас думаю, что же я буду делать. Кстати, крем чувствуется на руках, вот я его, как сказать, такое вот ощущение мягкости, присутствия крема, то есть нету такой, как вот обычный крем для рук, впитался и исчез. Этот я чувствую, солнцезащитный крем, то есть не уходит. Ну и сказать, что вот он липкий, противный, нет, 100% этого нету, то есть он хорошо впитался, ну вот как бы он есть. Так, что в этой коробочке? Ну, как-то захотелось заказать. Я думаю, что это можно будет использовать и с одеждой, и где-то на кепочке. Вот такие значки. Представляете, какие хорошенькие. Я еще так посмотрела в аксессуарах. Такая думаю, не знаю, какие они, а вдруг они мне не понравятся. А сейчас, когда я их увидела, я понимаю, что они очень классные. Здесь медвежонок, то есть у них крепеж такой качественный. Они тоненькие, очень легкие. Прям вообще классные. И берется, то есть хорошие, качественные, классные значки. И куда угодно можно прикрепить. Так, здесь микрофон. Ну, разные. Три варианта. Лапка, снежинка и медвежонок с рогом, как у единорога. Вообще неожиданно. Неожиданно, но очень даже понравилось. Еще я заказала... Ребят, это, конечно, вообще... Такая история особенная. Я, когда пришла только в компанию, увидела серию Бионетика. Я вот для себя такая подумала, что за 6000 один крем? Да вы с дуба рухнули. И вот теперь я его держу в руках. Но, кстати, он шел с 50% скидкой. И я подумала, да надо, конечно, себя баловать. И я взяла тотальную сыворотку. Потому что... Ну, сказали, что она очень классно работает, и ее можно использовать без крема. То есть это более легкий вариант, когда жарко, и чтобы не перегружать кожу. Я думаю, на лето-то, наверное, будет самое то. Наверное, я запишу с этим кремом отдельную распаковку. Да? Потому что, говорят, он просто невероятный. И потом, когда буду пользоваться, не хочу его открывать, но я просто видела, что здесь
Настолько уникальная технология извлечения крема из баночки. Просто такого не ожидала. Как вам объяснить? То есть банка крема, вы снимаете крышку, а здесь все закрыто. И маленькая-маленькая дырочка, и такая ложбинка. Вот если пальчиком в одну сторону проводите, то из этой дырочки выделяется небольшое количество крема. А если в другую сторону, то побольше. Представляете? То есть мы сам крем не достаем, он запечатанный. И как рассказывают создатели, что им поставили задачу создать такой крем, вот чтобы это был просто фантастический крем, который будет ухаживать за кожей, укреплять ее, омолаживать. И им сказали, что не нужно ограничиваться в финансах или по составу. То есть нужно сделать что-то просто нереально классное. И они сделали Бионетика. Я уже пробовала в маленьких тюбиках этот крем. Можно заказать пробники и сыворотки, и кремы. Я могу сказать, что да, это действительно что-то уникальное по запаху, вернее, по аромату. По аромату очень сильно, прям концентрация трав, масел, да, какие-то выжимки. Просто это настолько вот как-то так вау, как вкусно, много, да, так вот прям вообще. Но крем, он настолько легкий, его наносишь, и его нет. Его можно использовать и вокруг глаз, на все лицо, на шею, утром и вечером. И я его не чувствую вообще. То есть, когда, знаете, такая легкость, и трогаешь, и просто гладкая-гладкая кожа. Моя любовь. Так что буду пользоваться самым классным. Еще я заказала себе сумку. Сумка Shopper, вот такая, 80 рублей стоит всего вот эта сумочка. И это классно, чтобы с собой носить, например, в магазин зайти, не с пакетом, а вот с такой буду сумочкой теперь ходить. В дорогу с собой возьму, тихо-тихо, в дорогу с собой возьму. Я же сейчас собираюсь ехать в Узбекистан, уже билеты купили, все. У нас будет путешествие неделю по Узбекистану, 2 дня конференции, конгресс, так что... Будет со мной такая сумка путешественника. И еще один продукт остался. Я его на десерт берегла. Новый аромат. Новый аромат. Эпизод 15. Ну, честно говоря, у меня как-то вот с ароматами получается. Я себе так говорю. Так, все, больше ароматов не беру. У меня, по-моему, уже 7 ароматов. 2 мне приходили в подарок. Один я на снежинку поменяла, да, на сертификат, то есть тоже бесплатно. Еще один я брала тоже на сертификат. И думаю, все, хватит, хватит, достаточно, не надо. И тут разговариваю с моим любимым тренером по женским практикам, Марией Вельчковской. И она говорит, ты знаешь, я давным-давно была в Сиель. А эпизод это ароматы от Сиель, то есть компания слились, да, то есть Сиель теперь в Siberian Wellness. И она говорит, эпизоды, какие они были шикарные, как я их любила. Я говорю, так они есть. И я себе решила взять один попробовать. Думаю, какой-нибудь выберу. И выбрала именно эпизод 15. И сейчас мы с вами вместе будем его дегустировать. Вот, я открываю пленочку. И посмотрим, что же это за аромат. Все запечатано, коробочки. Конечно, ароматы здесь необычные. Вот все, которые я попробовала, так как я их дегустировала их много, то, соответственно, они все какие-то необычные. Слушайте, как-то интересно, здесь как будто что-то должно быть еще. Интересно, что? Не откручивается? Нет. Просто там внутри, знаете, такое вот отверстие для того, чтобы как будто туда что-то положить. Ну что, пробуем. Сначала в крышечку. Ой, какой сладенький. А он еще, знаете, какой-то, как с горчинкой. Слушайте, какой он вкусный. Я сегодня специально не пользовалась ароматом, хоть и навстречу ходила, но я решила, что нет, я хочу сразу новеньким воспользоваться. Только теперь мне... Нужно будет смыть крем с рук. Я так обильно кремом нанесла. И уже потом от моей кожи. Слушайте, класс! Я еще хочу теперь эпизод 19. Я его потестировала
в офисе, когда была, он именно на лето, он такой зелененький, прохладненький, легкий. Очень сексуальный, я бы сказала. Такой, знаете, вот прям ух, насыщенный, сладко с горчинкой. Нет, не приторный, но какие-то вот фруктовые ноты присутствуют. Надо будет посмотреть, какой у него состав. На самом деле я, ну, естественно, я не учила наизусть, но я могу сказать, что это круто. Я обладательница нового аромата. Вот все. Теперь я вам все показала, сколько всего вкусного, еще сколько всего нужно раздать, съесть, выпить для здоровья. Ну и что, напоследок я вам хочу сказать, желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, чудесной весны, чтобы все ваши задумки реализовывались и чтобы у вас на все хватало энергии, силы, здоровья. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Если у вас, кстати, не оформлена карта клиента или вы еще не бизнес-партнер компании, под видео будет ссылка в описании. Переходите по ней и присоединяйтесь к моей команде. До новых встреч. Пока-пока. Мелисса, ты что там делаешь? Кс, хулиганка.